Всем привет из бобровой хатки. Итак, мои покупки в IKEA. Я уже воспринимаю это как какой-то домашний супермаркет. Скорый Новый год, попытаюсь объяснить вам, что и почему я купил. Трубочки стоили они очень мало. Дома всегда туса. Трубочки — это прикольно, потому что можно... Хотел сказать мясорубку. Купил себе соковыжималку недавно. Кстати, на фотке она была вот такая, оказалась вот такой вот размер. А что мешает купить яблоки за 50 рублей и выжать дома сок, я не знаю. Короче, можно из этих трубочек делать и длинные трубочки. Воровать чьи-то коктейли молочные. Алкоголю нет. Нет алкоголю. Фотография, где я нахожусь на каких-то мероприятиях. Я все время типа с чем-то. Ребята, это или яблочный сок, или вода. Да, алкоголь. Когда можно... выпить лимонадик вишневый. Все, что я заказываю из напитков, это... Если у вас есть домашний кисель, пожалуйста. Ой, извините, у вас есть морс. Ой, извините, у вас есть что-то такое домашнее, невредное. Компот из сука-фруктов. Потому что я уже не знаю, что пить, чтобы это не было вредным, кроме воды. А вода, она такая, ну, надоедает. Мне папа говорил, что он воду тоже пил. Все, это обошлось мне... Это не чек. Проблема вечная дома, ну, знаете... Провода, через которые не хочется переступать, перелазить, постоянно их поправлять. И что-то вообще как-то не очень нравится. А зависнуть с ноутом можно абсолютно где угодно. Даже, я бы сказал, залипнуть. Идем дальше. Я включаю поваривашку. Я всегда любил делать в таких штуках салат. Знаете, это видео похоже на Стёп, как все открывают какие-то штуки и показывают. Сегодня я была в Мак, вчера я была в Лаш, а сегодня я... DoriasSecret.com. А я сегодня купил в IKEA штучку за 100 рублей. А звук-то есть. Но я же не Моисей фарфоровый. Это супер крутая чаша, в которой можно налить коктейль, который можно предварительно приготовить. Этот коктейль можно налить как в химическую пробирку и будет выглядеть очень круто. Мне показалось, что из всех этих дурацких игрушек, которые там есть, вот это вот просто мэджик. Look at my horse, my horse is amazing. Give it a lick. It is just like raisin. Куча салфеток! Но не для того, чтобы подтираться, а для того, чтобы... Подтирались все, кроме меня! Мама тут вчера смотрела дискотеку 80-х, 90-х, 60-х, я не знаю. И знаете что, моя квартира поместилась в атмосферу... Бала сатаны. О боже, как же я люблю молоко. This is so hot. Супер сексуально, конечно. Просто, блин, best. Супер best стиль секс. Да грязь, супер! У меня здесь есть, конечно же, первое, что мог обратить... Да, супер, привет, лексиконки. Короче, первое, на что мог обратить внимание Рома Желудь в IKEA, это не открывающаяся светодиодная лента, которая... Вот откуда у меня это в голове? А я просто хотел... по неону дать. Кто-то дает по тяжелому люксу, а я могу позволить себе только по неону дать. Вот в таких случаях я употребляю два слова, которые... Ладно, ты все прочтешь по губам. И что сказать, ну что сказать, как она нам тебя шмонать? Ну что сказать, ну как мне дать? По серии вдруг зовет она. И тут посрала я тогда, и встала вдруг снова опять. И меня опять тот черт зовет, говорит, пойдем постерим. Да я помню.
Я помню всех бабок в своей жизни. Что за незадача? Кто-то еще выражается в нашей стране? Ох, незадача. Я выражаюсь так. Ну, вроде получилось что-то собрать. В будущем сделаю из них какую-то фигуру, что-то нарисую. Не ожидал такое найти, конечно, у нас. А вот здесь как раз дети мои дорогие, и нужно делать скриншоты. Стоили, конечно, почти 1000 или чуть меньше, но все равно, мне кажется, катит. Тиндра это парфавор просто. Супер свеча. Ну, не анальная. Да, я люблю свечи тоже, потому что я романтик. Это подставочки для мороженого, то есть ты вот сюда вот заливаешь что-то, то, что хочешь, какую-то жидкость, заполняется, замораживается, и ты пьешь холодное что-то. А это я купил своим поклонникам с тем смыслом, чтобы вы стояли друг за друга, как я отстаиваю наши с вами права. На самом деле мне просто нужен нож. Дома нету, кончился нож. Кто шарит, тот поймет. Куча батарей, которые всегда нужны дома. Это вау, стоит вообще недорого и можно куда угодно. Так что любое пространство можно превратить в какой-то спейс. Давайте превращайте к Новому году свою хату в целое произведение искусства, присылайте мне фотографии. Но без этого не покатит, они все время пропадают из дома, как и маленькие чайные ложечки. На самом деле это еще два осветителя, которые можно приклеить куда угодно. Обратной стороной они лепятся, кажется. Штуки для дома. У меня есть штука. Короче, смотрите. Вот эти все шутки мои, конечно, это прям вот как ваши одноклассники прикалываются только на тему секса. Но вы не думайте, что я ваш одноклассник, потому что сори. Я, конечно, тоже угораю над русскими видосами из злого школьника, но... И вообще, знаете, что я вам скажу? Я пришел к выводу, что лучше не смотреть эти ролики, потому что это полный абсурд. То, что происходит каждый день в стране, это... Нет слов. А их и не будет, потому что каждый день я вижу, как у кого-то висит сопля, у кого-то... кто-то кого-то убил дома на глазах, кто-то проигнорировал, пошел кушать. Очень странные высадки. Когда я поеду в Египет? Когда я поеду в Египет? А я когда поеду в Египет, блядь? Короче, не стоит этим прокачивать свое сознание, потому что это то, что ни я, ни вы никогда не будете показывать своим детям. Я не допущу, чтобы мой ребенок это увидел, потому что так жить нельзя. Да, новогоднего, конечно, я купил себе немного, но хочу вам дать пару советов по поводу того, как украшать свою квартиру в принципе. Неважно, Новый год, не Новый год, просто. Куча фонариков, куча всего продается, куча всего можно заказать в интернете. Самое главное, не бойтесь, потому что это ваш спейс, делайте то, что вам нравится и то, что вам прикольно делать, потому что вы создаете свою атмосферу. Звук — это очень важно. Звуковое сопровождение — это всегда самое важное в машине, в автобусе, где угодно. Это или наушники, или обязательно хороший саунд в квартире. Это очень важно. Если у вас нет возможности украшать целую квартиру, поскольку вам не разрешают родители, или ваша квартира просто... чья-то, не знаю, то просто... выберите себе угол, который вы сделаете под себя, в котором вам будет комфортно. Опять я кручу вот эти шары в руках какие-то, булки. Рома вкручивает лампочки. Кстати, гифка слишком кислотная для Экерленда сейчас будет. Нож позабыл! Майли Грей Сайрус. И очень вас прошу, Новый год без оливье и фонариков в квартире и бенгальских огней, это, конечно, не Новый год, но попробуйте как-то разнообразить свою... тусу в этом году, потому что я хочу войти в Новый год с супер другой атмосферой. Хочется чего-то нового. Всегда заранее скачивайте музыку, я, конечно, ленюсь это делать в телефон, в iPod, потому что нужно слушать новые треки всегда.
почему это относится сюда и почему я это искал, потому что это важно очень делать еще и в квартире. У тебя свой движ, своя туса, свой кач, свой лайт, свой став. Даже 2 квадратных метра можно сделать так круто, что вы не можете даже себе представить как. Думаю, на сегодня достаточно показал вам того, что происходит в моей квартире, какая здесь атмосфера. Поэтому попробуйте сделать что-то свое. Ставьте пальцы вверх под этим видео. И скоро новый Экордейс. Напишите в комментарии, что бы вы хотели видеть дальше. Что за херню вы пробираетесь там? Лисы. Лисы пришли, пробираются сюда, снимаю видео. Да, 16 лет видеоблогер.